Я ищу... Стендер? Малакас! Я хочу помочь, болван! После Мегариды и того, что ты сделал... Царь Спарты, Архидам, прислал меня помочь тебе одержать победу! Не очень-то он в меня верит. Раз посылает в помощь наемника! Боги прислали тебя мне в наказание? Будь я божья кара, ты был бы уже мертв. Тогда зачем ты здесь? Я так скучал по своему новому брату, что примчался, как только царь приказал. Малака, если б не ты, волк давно бы закончил войну. От тебя одни несчастья. Я тут по делу. Что происходит? Все хорошо. Нам досаждают местные бунтовщики, но мы справимся. Что делает армия Спарты в Биотии? Мы осаждали Афины, но Клеон сумел нас одолеть. Возьмем Биотию, ослабим его позиции. Я должен был заменить волка. Я не мог бросить людей. Благодари богов, что я пришел на помощь. Ты еще жив только потому, что того хочет царь. Ты не союзник, ты инструмент. Так приказывай. Ты все равно не справишься. Рискни. На стороне афинян сражаются 4 великих бойца. Аристей, Дианира, Нисея и Дракон. Попробуй их убить, а я посмотрю. Будь уверен, я справлюсь. Зачем мне их убивать? Нужно выиграть войну. Ты либо выполнишь задание, либо погибнешь. Меня порадуют оба исхода. Где мне искать этих могучих воинов? Мне известно лишь о двоих. Лазутчики донесли, что Аристей занял крепость Гла. А Нисею недавно видели в лесу к востоку от Фиб. Я думал, биотийцы всех ненавидят. Зачем им союз с Афинами? И Спарта, и Афины их враги. Но Афины первыми успели заключить с ними временный союз. Чем они так прославились? Это же просто 4 бойцов против армии Спарты. У Спарты есть армия. У Биотии легенды. Они символ того, каким было это место. Чем быстрее я все сделаю, тем быстрее захватим Биотию.